А в Астане в эти часы проходит заседание Совета Евразийской экономической комиссии. Вице-премьеры Казахстана, России, Армении, Кыргызстана и Беларуси собрались обсудить вопросы интеграционного взаимодействия. В каких сферах остаются пробелы между странами, расскажет Ернур Досжанов. Всего на повестке дня 22 вопроса. Среди них такие темы, как формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов на просторах ЕАЭС. Также взаимодействие стран в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг. В центре внимания, помимо этого, и недавно принятые соглашения с Китаем и Ираном о торгово-экономическом сотрудничестве. Также стороны должны одобрить и вынесение на Высший совет основных направлений международной деятельности ЕАЭС на 2019 год. Документ этот принимается ежегодно для определения стратегически важных для ЕАЭС партнеров и развития с ними сотрудничества. Особо хочу отметить, что сегодняшняя встреча своего рода предвестник заседания Высшего Евразийского экономического совета. В декабре этого года в Санкт-Петербурге соберутся главы пяти стран и постараются расставить все точки над «и».